ВВС США провели испытания новой системы развертывания крылатых ракет с воздуха Rapid Dragon. Специальный контейнер, разработанный под стандартную платформу для перевозки на грузовых самолетах, таких как Си-130 или Си-17, десантируют в районе нанесения удара. В течение нескольких секунд парашюты стабилизируют модульный бокс, состоящий из 6 ракет, которые поочередно, не мешая друг другу с загруженными данными целей, отделяются и летят по заданным координатам в боевом режиме. Такая система запуска крылатых ракет позволяет быстро увеличить огневую мощь. Си-130 может взять до 5 таких контейнеров, превращая грузовые самолеты в ударные, без необходимости дорогостоящих и длительных модификаций. Такой способ также дает возможность сбрасывать ракеты с большой высоты с территорий вне зоны действия ПВО противника.